Россия-Голландия, конечно. В 2008 году. Я помню, дома смотрел, родители уже даже спали, поздно показывали, мы с братом смотрели. Вот, эмоции зашкаливали. На улице не выбежал? Нет, но когда третий гол забивали, слышно было, кто там кричали люди. Акинфеев нравился. Он знает об этом? Ну, думаю, догадывается, может. Против любой, пусть будет так. Против любой команды. Да, ну нет такого, наверное. Одного сложно назвать. Может, ну, вратари, вот, топ-5, там, Терштеген. Ну, я это не сказать, что они любимчики были, просто за ним слежу больше всех. Там, Терштеген, Алисон, Эдерсон, Облак, Нойер. Все они. Волейбол, теннис. Играешь или смотришь? Ну, волейбол, пляжная игра. В теннис тоже, если выходные есть. И свободное время тоже могу поиграть. И смотрю тоже. Сейчас у меня хобби появился английский язык. Вот. Пока что это хобби у меня. Много учишь, посвящаешь время? Хотелось бы больше, но стараюсь как можно чаще заниматься. Ой, ну я тут меломан, наверное. Там разброс приличный в плейлисте. Там от шансона и до техно. В Инстаграме, в Телеграме. И ВКонтакте еще есть. Но я там просто новости смотрю и музыку слушаю. Линкольн для адвоката. Мясо по-французски. Мамина. Его нелюбимое... Все, что связано с печенью. 7, наверное, где-то. На поле или на поле. Жизнь спокойна. Во всем. Талантливый человек планет во всем. Если. Кстати, не было такого, чтобы там кем-то хотел стать. Ты реально, знаешь, там некоторые там космонавтом раньше, там, инженером. Вот, у меня такого не было. Ну, я частенько засыпаю, на самом деле. В необычном месте. Я на самом деле не так часто в таких местах бываю, в необычных. Вот. На теориях точно не засыпал. Кино там, наверное. Ну, в кино, понятно, это же обычное место кино. Если спят? Ну, иногда, да. Так, сейчас, подожди, сейчас я все это. А когда я маленький был, этот из покемонов, Пикачу, не знаю, почему. Английского, да? Ну, английского, естественно, да, английскому хотелось бы как можно быстрее, наверное. Пока далеко загадывать не будем, пока на этом остановимся. Ну, да, не люблю тараканов, мышей. Не люблю, вообще не мои. А какие экзотические? Что значит экзотические? Кенгуру. Но у меня кошка, поэтому льва, наверное, какого-нибудь. Собаку? Собаку бы либо Гарик, либо Элвин. Кошку зовут, это, как его зовут-то? Ральфик, Ральфи. Интересно было бы Дауни-младший, кого играет? Железный человек, прикольно было бы, интересный персонаж. Волейболом. Брат волейболист, я думаю, логично. Извините, пирожки, это как его. Он должен был быть на зимних сборах, но он не свершился, я в итоге так и не решился. Там тарзанка была, вся команда полетела, я поднялся на вышку, что-то мне как-то поплохело, я спустился. Поэтому пока еще не было, и он впереди. Это было, наверное, лет 15 назад или 13. Брат Хатику смотрел, что-то, ну я не плакал, но что-то зашкребло в глазах. Улыбка. В Ростове с семьей, чтобы все собрались.